Привет, друзья! Сегодня специально для интернет-магазина Охотник.нет мы снимаем обзор фотоловушки LT-Lacorn 6310 VMG. Сейчас у нас представлены фотоловушки фирмы LT-Lacorn и фирмы Besток. Две фотоловушки. Вот с края. Данные две фотоловушки, фотоловушки Besток. Вот эти четыре — это вся линейка фирмы LT-Lacorn. Все камеры с MMS, но лучше всего с MMS камеры работают именно фирма LT-Lacorn. Представлены фотоловушки по мере возрастания, то есть 5210 MG – это самая бюджетная модель, соответственно, в ней меньше всего характеристик хороших. Дальше идет 5310 VMG, 6210 MG и далее флагман фирмы LT-Lacorn – это фотоловушка 6310 WMG. Начнем по порядку. У данной камеры невидимая инфракрасная подсветка, как и у остальных, в принципе, камер. Но тут увеличенное количество диодов подсветки. То есть, если вы посмотрите, то такое количество диодов есть только у камеры еще у 5310 VMG. То есть у этих двух камер одинаковая подсветка, в принципе, что делает снимки ночью более светлыми. В принципе, на дальность это практически не влияет. То есть дальность примерно около 15 метров реальная. Реальная дальность — это 15 метров. И, соответственно, животные и люди не видят данную подсветку, потому что она считается невидимой глазу. Далее. У данной камеры что особенность еще ее? Что тут увеличенный угол обзора объектива 100 градусов. То есть есть модель еще 6310 MG, у нее 60 градусов, но это именно VMG, то есть значок W обозначает именно широкий угол обзора 100 градусов. Среди этих камер у LT-Lacorn также этим качеством обладает 5310 VMG, то есть у нее тоже 100 градусов. У 6210 и у 5210 угол обзора около 60 градусов где-то. Данный угол обзора позволяет просто вам больше охватить местности в этот кадр. Далее, датчики движения. Датчики движения у всех камер, в принципе, одинаковые. Они работают где-то 20, ну, может быть, 22 метра в среднем расстоянии. Так, главное отличие еще. В данной камере батарейный отсек на 12 батареек. То есть, вот, смотрите. Данный батарейный отсек на 8 батарей дополнительный. И основной батарейный отсек на 4 батарейки. В каждом по 2. По 2, соответственно. Ну, раз уж я заговорил об этом, тут у нас SD-карта. Это переключение из режима off, on и тест. То есть в режиме тест, соответственно, мы можем изменять настройки камеры, просматривать изображение, видео. Так вот, в данной камере 12 батарей. Какие еще камеры могут похвастаться таким количеством батарей? Это 6210. То есть вот эти две камеры рассчитаны под 12 батареек. Тут, соответственно, их по 8. Так, далее. Чем эта фотоловушка, в принципе, превосходит другие? В первую очередь тем, что очень хорошее качество изображения. Тут разрешение видео 1440 на 1080. Это очень хорошее разрешение по сравнению с этими. То есть, если, в принципе, вот на этих старых моделях было, в принципе, все отлично видно, то тут качество супер, просто супер. Соответственно, экран на этой камере перенесен на заднюю стенку ловушки. Вот он вот так вот открывается. И вот у нас экран, на котором мы можем просматривать фото, видео. Соответственно, у нас есть 6 кнопок управления, с помощью которых мы можем производить настройки камеры, либо включать-включать видео. Работает данная камера в режиме ожидания до 9 месяцев, как заявляет нам производитель. Также у этой камеры есть управление дистанционное с телефона. То есть вы можете, посылая на номер, который установлен в этой камере, отправлять команду SMS,
и тем самым изменять какие-то настройки, либо запрашивать принудительный снимок с данной камеры. Так, теперь пройдемся по функциям, которые есть в данной камере. Так, переводим в режим тест камеру. Так. И, соответственно, переходим в меню и смотрим. То есть первое это у нас можно выставить, что камера на движение будет либо только делать фото, либо только видео, либо сначала она будет делать фото, потом видео. Это форматирование SD-карты. Дальше размер изображения. Возможные варианты это 12, 5, 2 мегапикселя. Так, размер видео. VGA 1080, 720. Дальше. Set clock. Это установка времени. Это количество изображений, которые может камера делать, заодно с работой камеры. Длина видео, возможно, до 60 секунд. То есть, соответственно, от 1 до 60 секунд вы можете выставить любую длину видео. Интервал. Данный параметр обозначает, что вы можете задать время, через которое будет срабатывать камера. То есть, допустим, у вас прошел зверь, камера сработала, и если у вас задан промежуток 1 минута, то далее на следующее движение она сработает не раньше, чем через 1 минуту. Уровень чувствительности датчика движения. То есть, есть три варианта. Это высокий, выключить, слабый и средний. Таймстамп – это отображение времени и даты на фотоснимках. Таймер. Тут есть два таймера. То есть вы можете задать промежутки времени, в которые камера будет работать. То есть, допустим, вы хотите, чтобы камера работала с 9 утра и до 12 дня, а потом с 8 вечера до 9 вечера. То есть вы можете задать, и именно в эти промежутки времени камера будет работать. Так, дальше. На фотоушку можно, соответственно, установить пароль, чтобы никто чужой не смог просмотреть ваши снимки. Серийный номер. Серийный номер вы можете задать для фотоушки серийный номер. Для чего это делается? Если у вас много камер с ММС, и они все вам шлют на ваш телефон фотоснимки, то вы можете с помощью данного серийного номера понимать, с какой камеры, с какого места вам вообще пришел снимок. Если там, например, похожие пейзажи. Так, таймлапс. В данном режиме, если его включаем, будут отключены датчики движения. Тут задается интервал времени. Например, если мы задаем 1 минуту, то камера будет делать снимки или видео, как вы установите, через минуту. Но независимо от датчика движения. То есть, повторюсь, датчики движения выключены. То есть камера будет делать просто фото или видео через заданный промежуток времени. То есть какую установить, там минуты или две. Так. Далее у нас сайт пир. Это включение-выключение боковых датчиков движения. То есть вот этих. Вот это у нас основной как бы. Это Beep Sound. Это включить-выключить громкость клавиш. То есть сейчас у нас вот на каждое нажатие клавиатуры мы слышим звук. Если мы его включаем, то есть все, звука нет. Это циклическая запись на SD-карту. То есть если мы включаем этот параметр, то если карта памяти заполнится, то старые, самые старые снимки будут заменяться новыми. То есть новые будут все равно записываться, даже если карта памяти забьется. Так, это регулировка яркости подсветки. Все. Также есть меню, которое помогает вам настраивать настройки ММС. То есть вот тут есть несколько параметров, которые можно устанавливать, но мы рекомендуем настраивать ММС через компьютер. То есть в комплекте камеры, что идет вообще в комплекте камеры? Соответственно, гарантийный талон, диск, о котором сейчас как раз пойдет речь,
Инструкция на английском языке, инструкция на русском языке. USB кабель. Так, ну это противоскользящие штучки на заднюю часть фотоловушки. И там еще должен быть кабель для подключения к телевизору. Он находится вот тут, внутри. Так вот, почему я об этом заговорил. Диск. Вот он диск. Для настройки ММС открываете с диска программу настройки ММС, заполняете там 4 параметра, которые для каждого оператора связи предоставляет вам как раз таки оператор связи. Далее пятым параметром вводите номер телефона, на который вы хотите, чтобы отправлялись фотографии. И сохраняете с помощью кнопки Generate данную программу на SD-карту. Далее вы SD-карту просто вставляете в фотоловушку, и у вас все должно работать. То есть это мы сейчас покажем вам, как это делать. Значит, вставили диск, открываем с диска программу. Setup. Открыли, выбираем фотоловушку. Выбираем фотоловушку 6310. Выбираем MMS Setup. Переводим в ручной режим установку, и нам необходимо ввести первые 5 параметров. Открываем инструкцию. В инструкции у нас представлены параметры, которые в принципе предоставляют операторы связи. Они для Билайна, для Мегафона и для МТС. Мы вводим, соответственно, для Билайна по порядку. Вот он, первый параметр. Его, соответственно, вставляем в первый пункт URL. Далее APN Settings. IP. Это и есть Gateway. И порт. И далее вводим номер телефона получателя через восьмерку. Нам необходимо ставить флешку в компьютер, и с помощью кнопки Generate мы сохраняем программу на флешку. Покупайте фотоловушки в интернет-магазине Охотника.нет.